Раньше человек использовал кнопочный телефон, флешки, диски, калькуляторы, фотокамеры. Затем появился iPhone, который полностью изменил принцип получения человеком результатов. Vimex делает подобный шаг в развитии человечества только относительно управления бизнесом. Vimex начался с момента, когда я нашел некую закономерность, которая, по моему мнению, решала вопрос с описанием компании и с формированием какой-то структуры. На тот момент еще не было понимания того, что это какая-то методология новая или глобальное решение каких-то задач. Тогда не было понимания, что это будет продуктом. Тогда не было понимания, что это будет какой-то системой. Я просто нашел метод описания, буквально тогда еще был Google Диск какой-то, мы описывали Google Диск, и я наткнулся на определенную закономерность, по которой формируется компания. Мы уже просто ранее работали с Русланом, мы были вместе в Винтаже. Когда мы уже оба перестали там работать, он в какой-то момент, мы встречались, он мне показывал общую концепцию своего проекта, и я еще тогда понял, что махина планируется, ну, очень громадная, прям всеобъемлющая, так скажем. Я тогда сделал вид, что я прям совсем все понял, но я как бы понимал, что я почти ничего не понял. То есть я просто понимал масштабы проекта, и меня это, в принципе, все завлекло. Когда у нас в команде появился Саша, математик наш, он смог все наши формулы, все наши разработки подтвердить их какую-то истинность и то, что на этом можно уже строить некие математические решения. Сам факт того, что он понял, вошел, и сейчас за последний год мы эту всю формулу очень сильно докачали, наверное, и стало началом проекта. Руслан пришел из мира бизнеса, он смотрел на многих, он видел их ошибки, он хотел избавить от этого людей. У него получилась некоторая идея, которая уже имела визуальный эффект. А где же математика? А математика появилась тогда, когда я пришел, понял идею Руслана и увидел, что он сам дошел до тех структур логических, до которых на самом деле математики дошли абстрактно. Нужно понимать, что наши мозги устроены очень, ну, похожи, одинаково, и мы можем прийти к одинаковым идеям. И это был новый ракурс. Больше всего воодушевляет то, как Руслан верит в этот продукт, потому что, ну, скажем так, были ребята, которые на первых порах, вот как только приходили к нам, они говорили, что, блин, я вообще не понимаю, чем я пока занимаюсь, но я почему-то верю в этот продукт. Вот почему-то это вот было то самое, вот эта вот твердая, абсолютная вера Руслана, которая заражала всех. Не просто вера в какое-то неопределенное будущее, только теперь вот к этой вот слепой вере ребята прикладывают свои реальные усилия, чтобы делать продукт понятным, полезным. Собственно, это ощущается как действительно какая-то вот своя семья. Саша Ким — это дизайнер топ-уровня в Украине. Когда мне давали ее контакт, говорили, ну, типа, к Саше надо будет подобрать определенный ключик. На самом деле Саше нужен был не ключик, Саше нужна была штанга, которая покажется такого масштаба, что будет, ну, который он раньше никогда в жизни не поднимал. Первый раз, когда я слушал, было достаточно сложно для восприятия. Я не до конца понял, типа, что он планирует сделать. Потом я немножко переварил все в голове и подумал, что, ну вот, если мы это представим чуть-чуть иначе, то это может быть очень прикольный челлендж. Они просто пришли с кучей табличек и с идеей. И я был тот человек, которому нужно было это превратить во что-то, что можно покликать, поиграться с этим, в какую-то осязаемую форму это все одеть. Вот. И показать рынку, типа, смотрите, мы сделали что-то крутое. В этом есть возможность, опять же, там, сделать огромную, крутую там дизайн-систему, которую не стыдно потом кому-то показать и рассказать, что вот так должно быть. Для новых пользователей это будет в первую очередь полезно, потому что мы помогаем масштабироваться из малого в средний бизнес. Это, как правило, для многих бизнесов является таким переломным моментом, и далеко не каждый его переживает. Вы, как собственник, получаете возможность в любой момент времени посмотреть состояние своей компании, ее отдельных отделов, их успеваемость, вообще план, факты. То есть это такой себе очень удобный, понятный дэшборд, без перегруженной всякой ненужной информацией, с любой точки земли, у себя прямо в телефоне, и при этом не беспокоиться за безопасность и сохранность ваших данных и вашей компании.
Pimax нашел решение, как с помощью закономерности описывать и управлять результатом или целями компании. Pimax — это совершенно новый принцип построения. Это не попытка описать, что у вас получилось в компании или что у вас произошло до этого момента, а метод правильного построения ресурса как результата.